Недавно один мой хороший знакомый, близкий мне человек, рассказал мне свой сон. Он говорил, что в последнее время ему было трудно ходить в мечеть на джамаат намаз, он уставал. И ночью приснился сон. Недалеко от него строится красивая мечеть. Естественно, во сне он подошел к этой мечети и увидел, что у этой мечети нет дверей. Тогда он спросил у рабочих, а почему дверей нет? Они говорят, ну мы строим просто так, чтобы смотреть. Субханаллах, он проснулся и понял, что это знамение от Аллаха, субханаллах. В действительности, мы строим наши мечети, тратим большие деньги на их содержание, для того, чтобы просто смотреть. В действительности, мы украшаем наши полки Коранами и арабскими книгами, для того, чтобы просто любоваться. Мы называемся мусульманами, для того, чтобы просто говорить. Религия, клянусь Аллахом, религия — это вера, подкрепленная совершением дел, праведных дел. Аллах в Коране говорит: «Инна аллазина аману ва амилу ссалихат, кянат лахум джаннату льфирдауси нузуля». Поистине те, которые уверовали и творили, совершали благие дела, им прибежищем будет рай Аль-Фирдаус. «Халидина фиха». И они останутся там навечно и не захотят его променять на что-то другое. Поэтому наша религия — это не просто красивые виды. Наша религия — это работа для того, чтобы попасть в рай.